порассуждать, поразмышлять над темой, которая, кстати, очень популярная в христианском мире. Это тема, касающаяся щедрости. Это то, о чем сегодня любят проповедовать и учить проповедники преуспевания. Но я хочу, чтобы мы сегодня посмотрели на библейский контекст этого учения. Итак, Евангелие от Матитьяга, 6 глава, Нагорная проповедь. Машех на горной проповеди, он раскрывает принципы Царства Божьего. И один из этих принцип, принципов, это принцип даяния. 19 стих. Не собирайте себе сокровища на земле, где моли ржа истребляют, где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то каково же, какова же тьма? Знаете, Читая последних два стиха, мы можем увидеть, что эти стихи как бы выпадают из общего контекста. Причем здесь светлое тело, светлый глаз или худой глаз, до да, тех сокровищ, которые мы должны собирать. Но здесь важно понимать, что еще он как еврей говорил людям, которые знали и вели еврейский образ жизни. И на иврите слово «аинтов» «добрый глаз» означает «щедрый глаз». И, соответственно, худой глаз означает скупой глаз. Если мы почитаем под таким углом, мы увидим, что Ишуа говорит здесь о щедрости. Знаете, щедрости даяния. Он говорит: если ты будешь щедр на всякое даяние, то твое тело будет здорово. И наоборот, если ты будешь скупой, то твое тело будет худо. И в тебе, по сути дела, будет тьма. Знаете, Ишуа в Нагорной проповеди, во, все, во всем своем учении о Царстве Небесном, Он говорил о тех принципах, которые сегодня недостаточно понятны для этого мира. Ну, например, если хочешь быть великим, стань самым маленьким. Если хочешь быть первым, стань последним. Если хочешь э, жить, умери. Знаете, это как раз те моменты, которые ну, вызывают недоумение у многих людей. Представьте, если бы вы находились среди э, множества голодных людей, и кто-то вам пришел и сказал, возьми вот эту кастрюлю с борщом и накорми всех, и ты бы это не сделал, и эту кастрюлю бы не, не, не раздал для людей, которые рядом с тобой голодные, и сам бы не поел. И этот борщ, он бы прокис и пропал. Точно так и в нашей жизни. Если мы не используем то, что Всевышний нам дает, в конечном итоге это становится э, слабым нашим местом. Вы все помните те времена, когда при Советском Союзе люди все собирали свои сбережения на книжки и в один прекрасный момент, в один прекрасный момент все стали бедными. И многие так и не отправились после этого удара. Кто-то э, получил сердечный приступ, кто-то заболел, кто-то пустился во все тяжкие грехи. И многие так и не восстановились. Знаете, в Писании у Екклесиаста есть такое слово, что есть богатство, сберегаемое владельцем, оно идет во вред ему. То богатство, которое хранили эти люди на будущее, на старость, оно в конечном итоге поломало их, и в конечном итоге оно принесло боль и страдания этим людям. Я сегодня хочу заглянуть вам с вами в послание к Коринфянам, где Павел учит о принципах даяния. Вы знаете, сегодня есть такое понимание, что Павел, как еврей, собирая пожертвования на Иерусалимскую церковь, он немножко, если так можно сказать, раскручивал язычников. Но если мы посмотрим на жизнь и служение апостола Павла, Рафа Шауля, еврейского раби, что он всю свою жизнь, все свои поступки, он сверял со Словом Божьим. И он учит Коринфян следующим принципом. 2 Коринфянам 8 глава, 9 стих. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Христа, что он, будучи богат, обнищал ради вас, чтобы вы обогатились его нищетой. Обратите внимание, Ишуа обнищал ради вас, для того, чтобы мы стали богаты. Знаете, Павел говорит, что Ишуа, он пришел на эту землю, будучи царем над всем творением, хозяином этого мира. Он пришел, оставил все, что он имел, он облегся в плоть он стал нищим, принес, принял образ, образ раба для того, чтобы мы получили эту благодать, для того, чтобы мы стали действительно духовно богатыми, для того, чтобы мы научились входить в Царство Божие, ходить в Его победе, в Его славе. Он обогатил нас своей нищетой, все ради людей. И Ишуа, он научил так нас. И он учит, чтобы каждый из нас поступал так. И Павел понимает эти принципы. Он учит верующих из неевреев именно этим принципам. Принципам даяния, принципам дздаки, которые были одними из самых важных добродетелей в жизни народа Израиля. Цадики дздака имеют одинаковый корень. Даяние и праведник имеют одинаковое основание. В 9, в 9 главе 2 Коринфянам он говорит такие слова. Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякой благодати, чтобы вы, всегда во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Иными словами, он говорит следующие слова. Если что-то ты получаешь от Бога, начинаешь раздавать, то Бог силен тебе это давать еще раз. Он способен тебе давать, чтобы то, что он дает тебе, ты раздавал. Ты делился с этим, принося славу Богу, принося благословение для людей и на самом деле мы любим таких людей которые можно что-то дать мы любим таких людей которые являются щедрыми потому что мы знаем что это люди они не будут удерживать у себя и что этот символический борщ он сможет накормить многих людей он не прокиснет таким людям есть всегда желание что-то давать потому что они являются разумными распорядителями обратите внимание как написано расточил раздал нищим праведность его пребывает вовек то есть, тем самым он приобретает праведность в вечной жизни, раздавая земные благословения, то, что он имеет на этой земле. Он приобретает то качество, которое нравится Всевышнему. Десятый стих говорит «дающий же семя сеющему в хлеб, и в пищу подаст обилие посеянному вами, и умножит плоды праведности вашей». Знаете, когда мы что-то раздаем, и себя, жизнь нашу, финансы, то, что нам Всевышний доверил, какие-то духовные дары, на самом деле это является тем семенем, которое приносит благословение другим, тем семенем, которое производит плод, плод, который ожидает от нас Всевышний. 11 стих. Так, чтобы вы во всем были богаты на всякую щедрость, щедрый глаз. Иными словами, если у вас щедрый глаз, вы становитесь благословением для окружающих вас людей который через нас производит благодарение Богу. Ибо дело служения сего не только восполняет скуда святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Знаете, я хочу сегодня благословить и ободрить тех людей, которые несут это служение, служение даяния, служение того, что сегодня на самом деле угодно Богу, служение цадика, раздающего и расточающего, и возможность приобретать через то, что он раздает души для Господа. И Бог всегда будет давать таким людям, Он всегда будет давать, потому что эти люди становятся тем сосудом, который наполнен его благодатью, тем чистым сосудом, тем здоровым сосудом, тем здоровым телом, которое является светом для окружающих народов и приносит благословения для окружающих людей. При этом люди благодарят Бога обильное благодарение Богу за наши с вами даяния. Пусть Всевышний сегодня благословит и даст нам новые возможности для того, чтобы мы стали благословением для этого мира. Потому что у нас, как у верующих Нового Завета, нет другого призвания, как быть праведниками, исполняющими Божье Слово. Во имя Ещео Мессии. Аминь. Дорогой Отец Небесный, я благодарю Тебя за возможность сегодня. Делиться этим словом. Я прошу сегодня благословить тех людей, Господь, которые сегодня имеют Твои ресурсы и Твои возможности. Неважно какие, финансы, Господь, неважно какие, время, Господь, духовные какие-то дары, чтобы то, что они сегодня имеют, они не стали удерживать. И они были щедры, Господь, этим поделиться с другими людьми. И через эту щедрость, Господь, Твое имя, оно было бы прославляемое среди этого мира. Благослови сегодня каждого из нас быть доброходно дающим, ибо доброходно дающего ты любишь. Благослови, Господь, во имя Сына Твоего, Ишуа Машеха. Амен. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавых, ибо Твое есть Царство, и сила, и слава во веки. Аминь.